Серьезное. Я вот тут решил пошутить, но в Твиттер это не влезает. Я взял цитату Канта. «Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением. Чем чаще, тем продолжительнее мы размышляем о них. Звездное небо над мной и моральный закон внутри меня. Я добавил к этому и наша судебная система». Угу. При Канте она была, ну, наверное, может быть, Александр Евгеньевич, лучшее совершение. Это немножко такой перевод, чуть-чуть неточный. Правильно, насчет звездного неба над нами. А вот внутри нас не моральный, а нравственный закон. Потому что Канту принадлежит... Мы это взяли из перевода. Тоже помню, что нравственный. Конечно. А вы знаете почему? Так. Потому что Канту принадлежит великолепнейший афоризм, который мне очень нравится. Чем выше мораль, тем ниже нравственность. Кант различал вот эти категории. Мораль как нечто внешнее – это нормы, ну, которые, соответственно, нарабатываются, да, но это какие-то определенные требования, запреты. А вот нравственный закон – это то, что идет, извините, изнутри человека. А что вам сказать? С Кантом можно, наверное, только согласиться.